Местонахождение более 200 детей, которых вчера намеревались вывести из города Славянск самопровозглашенные власти города, сейчас неизвестно. Колонна с автобусами детей прибыла на блокпост боевиков в районе Славянска, и дальше она не следовала, заявил руководитель пресс-центра антитеррористической операции Владислав Селезнев. По состоянию на сегодня неизвестно, где находятся около 200 детей. Селезнев отметил, что такая ситуация вызывает определенные риски для них. Он также добавил, что руководство АТО не получало запросов от сепаратистов по поводу создания безопасных условий для перемещения детей.